правый верхний углу. В желтый цветом. За расу Зерга. За команду Quantic. Есть крутой игрок. Он правда кореец. Есть Golden. Та-да! Я буду как стартел легенд, обсервер профессиональный. Его соперник на той стороне карты, конечно, только двух позиций есть, в голубом цветом, за нашу команду Empire. Все знают, все любят, примерно как капитан, есть Терник Рокас. Крутой игрок, правда, кореец, да. Да, все корейцы, правда, очень крутые. Я только недавно, типа, чуть-чуть общался со Слэрзом Риянг. Он готовится сейчас в GSL Up and Down, очень-очень круто. Ну, примерно это не про чего, вот это с вот этими игроками, конечно, они на другие команды. Ну, вот желтый зерг, Golden, если вы не знаете про него, я очень-очень пробую сейчас не говорить. Light, это его бывшая команда, американская команда Light. Очень-очень веселая такая была, полупрофессиональная, ну, это конце были полностью профессиональные, это было на его команду. Квайрайс, Акзерис, ну, типа, всякие игроки, не самые лучшие мировые игроки, ну, для американцев у них была очень-очень сильная команда Light. Ну, Golden, контракт у него закончился, и, конечно, очень быстро его Quantic забрали на их команду. Ну, сейчас смотрим, просто чувак будет стандарт играть, 15 хач, сейчас, наверное, 16 пул поставит. А, интересно, газ первого забрал, значит, очень интересный выбор, посмотрим, если за быстро, за скорость пойдет для собак. А, на той стороне, за нас, конечно, если вы смотрите игры, газ, он просто играет как обычно. А, нет, не как обычно, мы пропустили, он ЦЦ первого поставил его, команд-центр в первом месте, сейчас барак добавляет, и уже его первого газа уже... начинают, потому что есть иногда время, где зерги игроки скат придут с дрон их работника и будет блокировать вот этого газа второго, значит очень трудно вовремя минералы себе приготовить для защиты, чтобы ты мог гелики это с реактором готовить и может мяг пойти, значит пока сейчас как есть, газ просто пораньше готовит, может второго газа скоро брать, ему надо будет... Не, ему это хранилище не будет, у него просто КСМ, команд-центр вовремя закончится, открывает его лимит повыше, конечно, 19-30. Ну, как есть, просто все стандарт. Мне просто интересно, да, может быть сейчас может Golden сейчас золотой, может пойдет за вот этого типа counter-build, будет набивать кучу лингов. У Каз попробует его стенку пробить. Я не знаю, если Каз будет примерно совсем готов. Ему надо сейчас тоже бункер в всяком случае поставить. Потому что если вот эти линки может так примерно бесплатно пробежать, у Каз будет 1000 проблем. Вот что мне тоже не нравится, специально когда играешь в команд-центр первого, ему надо стенку строить, у него стенка нет никакого, все у него вот здесь пока назад, ну вот добавляет сейчас примерно двух барак. И вот это интересно сейчас выбор отказ, потому что, как я смотрю, может он сам сейчас сам типа планирует какого-то counter-build своего. Если вы иногда смотрите мой стрим, терны, когда я играю со зерком, когда я чувствую, зерк будет брать очень рано в третьего, где-то в 5-30 минут, к 6-6-30 минут, я просто буду добавлять двух бунг, это двух барак, а потом реактор поставить на них, и примерно просто с геликами мародер и марина пойти на атаку, каунтер, это когда стим у меня закончится. Ну, вовремя, когда Steam, это приду к нему, Steam заканчивается, ну, это очень-очень сильный тайминг пуш. Ну вот, уже примерно, как я сказал, Golden сейчас идет за очень counter-build, примерно готовит себя для одного барака к спен. И вот это будет, ой, ужасно сейчас будет для Касса, не готов совсем, линги это готовы, сможешь закружить или просто себе сейчас хорошую позицию забрать, они очень-очень много проблем может строить для Касса, ну сейчас пока как есть, Голден не хочет терять лингов, потому что все равно есть бункер вот здесь и с геликами, они очень-очень быстро может их убрать, просто надо очень-очень хорошего контроль. Жалко, конечно, потому что Голден, он не знает, что стенка не было здесь, он мог
пораньше побежать. Ну, в конце концов, сейчас может задержать. Значит, каст защиты готова. И это примерно жалко для Голдом, потому что он терял время и еще для минералов. И у него сейчас нет спайнкроллеров никаких, он только Evolution строит. Если сейчас каст добавит больше геликов и примерно будет играть как MVP той ночи в GSL, он может шашлык от вот этих лингов собак сделать и потом экономию всю у Golden разрушить. Все правильно говорю. Ну, мы сейчас, Ренгер, если ты спрашиваешь, мы сейчас смотрим Evil Geniuses Master League, Master Кубок Team League. Это командская лига у Evil Geniuses. Команды как Empire, Rockskits, Quantic, Slayers, Liquid, I am, если я прав. Ну, есть это много команд, или 8 или больше команд, 8 или 10 команд есть. Ну вот примерно сейчас с геликами Empire каст проходит, и уже на третьего вперед идет. Королевы есть двое, но, конечно, с таким номером геликами не может много так сделать. И будет очень-очень проблем у него задерживать. Сейчас каст с хорошего контроля будет держать, он может убивать не только вот эти экономии работников у Golden, он может тоже, типа, всю экономию, всю армию у него сгореть тоже. Ну, это... Конечно, с хорошего контроль. Пока как есть, сейчас Каз будет идти за контрпуш. И вот примерно вот про чего я говорю, ребята. Вот это типа как... Не хочу сказать, что вот это мой билд. Ну, по идее, вот это очень-очень агрессивная и очень сильная контратака, подготовочный билд. Потому что, если вы смотрите, Steam уже у него закончилось. У него очень много гелик есть, значит... просто может идти на атаку и убивать не только хедж, может бейлингов убивать, может королевых убивать. Это все с хорошего контроля. Ну, сейчас Golden очень умно играет, сейчас на контратаку идет, и Каз примерно не совсем готов. У него марины застряли вот здесь, очень-очень жалко сейчас потерять бункер вот этого. И будет терять очень много его армии, но во всему может чуть-чуть хоть бы удержать. Ему надо просто сейчас гелики построить и маринов добавить, помочь защиту. Ну, на той стороне сейчас надо фокус это делать хорошего, дать это, чтобы это все гелики умерли, все бейлинги умерли к мародеры. И примерно они, вот что они сделали. Сейчас надо хорошего майкро контролировать, потому что если в линию все поставишь, для Golden будет очень-очень трудно вот это все защищать. Ну, пока как есть, в очень красной ХП, вот эти мародеры, вот эти гелики. Ну, уже столько экономии убивал, ему надо просто сейчас фокусировать очень хорошо. На той стороне Golden, и у него очень-очень крутая защита. Каз ставит в хорошей позиции сам. Ну, защита для Golden очень сильно так и так потерял. Работника посмотрим. Во всему потерял 16, ну, на той стороне больше дэмэдж сделал Касу. Сам 22 убил. Ну, оба игроков сейчас сидят на трех баз. Ну, конечно, надо будет лифт, потому что защиты нет вот здесь на третьего баз. Потеряют вот это. Очень жалко, потому что мулов вот этих потеряют, когда они только-только начали минералы. Это капится, и тоже все КСМ, какие там были. Не только потерял Каз, это с улыбкой ему дает. Не только потерял еще четырех КСМ, но тоже мулов трое потерял, прямо когда он их скинул. Ну, игра все равно будет продолжить, конечно, когда у тебя есть маринов, есть это геликов, совсем во всему нельзя сдаваться, не можешь проиграть, и может пойти на контратаку сейчас, и не знаю почему Каз, я думаю, Каз почему-то это просто даешь эту оверку жить, ну, сейчас убил, и пойдет сначала на третьего, Прайана Голден, у него же реакции готовы, бейлингов морфит. Готовит он сейчас для защиты, и да, очень умно, что он больше добавляет сейчас, не только примерно это пятеров, шестеров. И сначала сейчас Golden ищет контратаку, но вот этот раз Каз готов, и вот этот раз Каз тоже готов с его защиту на бункеры, сейчас все вот эти лингов собак умирает. И посмотрим сейчас, какого контроля будет у Каса. Может он пробить вот эту армию, конечно, как смотрится сейчас. Вот это просто громадная-громадная куча бейнингов. Надо будет очень хороший сплит. Типа сплиты от бога, как у Мэриан Кинга. Надо будет у него, чтобы победить его. Ну, просто пойдет назад, знает, что, наверное, потеряет всю армию, если он попробует воевать с вот этого. Ну,
поведение так, так плохо, просто сейчас очень трудно, ему нельзя выходить, ему надо хорошую позицию брать. Оверка убивает, видит, что нет четвертого здесь, и просто у игроков будет продолжить сидеть на 4, на 3 базы, но опять каунтер-атака вторая идет от Golden. Очень-очень умно, он типа как лайф сейчас играет, просто вовремя все тайминги, хорошего контроль, потерял чуть-чуть собак, ну без экономии, а больше это он убирает отказ, 32 по всему КСМ убивает, плюс мулов всегда, надо их считать во всему. Ну, Кас, не знаю, скоро он будет просто позицию, где ему надо будет пойти в all-in. Ну, конечно, когда Golden будет так играть, просто будет муты бросать к нему бесплатно. А, может в игру, конечно, попасть назад. Смотрим на фронте апгрейд. А, на одного сейчас 1-1 для Кас. Для него скоро 2-2 и плюс 1 закончится. Ну, хорошие новости для Зерга. Для Golden, конечно, сидит только на 2 базы. Ну... А, на 3 базы, но у него уже 2-2 закончилось. Он просто сейчас кучу набивает лингов, и очень-очень интересно вот этот выбор, потому что чем больше он типа такого стиля играет, чем больше шансы он может проиграть, если у него атака не будет хорошей. Ну, сейчас видно уже, какая громадщая куча защиты. Ему надо, типа, Каз ему надо будет базу обменку делать, потому что вот эти бейнлинги может куда угодно пробежать. Мы смотрим по всему. Посмотрим на юнитов. О, 51 бейнов, 114 лингов. Стенку поставил. Сейчас ему надо будет фокусировать на вот этих бейнов. Может попробовать убить сколько может. И очень хорошая примерно обменка. А, очень бейнов и лингов это много убило. Сейчас это в мейн, конечно, очень много теряет Golden. А, не знаю, ну, если это хватает, королеву убивает. И просто ему надо сейчас хачих убивать, если примерно тоже пул, потому что чтобы лингов позже, больше не мог добавить. На той стороне, не знаю, Кас не так много фокусирован, вот он хорошо берет во вторую часть армии. Ну, чувак сдается, говорит ГГ, и что-то просто не думает, что...